Итак, митинг с риском для жизни и массовыми беспорядками прошел сегодня на Большой Покровке. Сегодня национал-патриоты отмечают День русской нации. Они учредили этот праздник в честь победы Александра Невского на Чудском озере. И сегодня решили пройти с акцией протеста по главной улице города. Поскольку городские власти разрешения на проведение митинга не давали, сотрудникам ОМОНа пришлось силой прервать акцию протеста. Россия! Все! Остальное! И что? Слава России! Слава России! Россия! Свобода! 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 Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Жен, ты можешь позвонить? Не торопитесь, осторожнее только. Серьезно говорю. Не надо так близко друг к другу, нагрузка большая идет на лице. Ну, конечно, переживаем, но я думаю, что дети сами не понимают, что творят. Россия будет свободна! Ну, конечно, психику надо лечить, потому что есть более цивилизованные методы. Наверное, дети их просто не знают. Цивилизованных методов-то не осталось практически уже воздействия на систему, совершенно нелегитимную, никем не избранную, самоназначенную. Вот люди вынуждены рисковать жизнью и здоровьем. Надо оттуда снять и убрать. Я дал команду, значит, не приближаться, и сам он сказал аккуратнее, потому что леса, это надо иметь определенный допуск к работам и так далее. То есть, ну, все равно не послушали, на крышу вылезли и так далее. Те, кто за ними стоит, конечно, туда не полезут. Там прибыли промышленные альпинисты, они сейчас там залезут. С той стороны зашли наряд. Ну еще раз, давайте. В Россию, в Россию. У меня вот чисто, чтобы не упали, чтобы живы остались. В итоге задержали 16 человек, которые...